Финские охотники успешно сокращают популяцию кабанов, кейсвиньи, чужеродный вид мигрировавший с востока в страну 1000бу С ним ведут охотники. Данным исследователей и охотников, к январю 2023 года популяция кабанов ориентировочно находится на уровне в 2556 особей. Средняя оценка численности давалась в количестве 3098 голов. Вращение бурного роста популяции вызвано холодными зимними условиями, которые кабанам явно не по душе, и интенсивной охотой на деликатную. Кабанские зверобои в 2022 году застрелили 1062 диких свиней. Всего за последние три года изъято 2700 кабанов. Большая часть кабанов обитает на юго-востоке страны, в провинциях Хаусима, Северная Карелия и Пахёйса. Отдельные особи благодаря потеплению климата проникают на юг арктического региона Лапландия. Миграция кабанов из России в Финляндию продолжается. Ски охотники отвечают меткими выстрелами.